Густилась тьма, безмолвие в горах. Молчание грозно предвещает бой. Последний стан и нет пути назад. Гуни в кольце, он обречен судьбой. В осаде крепость, горький путь войны. Последний стан мятежного имама. 500 мюридов в нем обречены. На стыке гор Чечни и Дагестана. Последний штурм, полки врага несметны. Сурова участь неприступных стен. Нарушив свой обет в преддверии смерти, Шамиль принял решение сдаться в плен. Предсмертный час, совет своих наивов, Шамиль последний раз к себе созвал. И сроком с безысходностью смирившись, наивам обратясь, имам сказал: сыны Кавказа, воины ислама, сыны суровых, непокорных гор, здесь много лет кровоточила рана. Таков судьбы жестокий приговор. Мы бились за свободу столько лет. Кавказ в огне, весь пламенем пылает, но этому конца и края нет. Хоть гибли мы, как нами подобает, в душе у нас не заживают раны. Страда небесна и в крови земля. Хотел понять я смысл этой драмы и долго думал, боль в себе тая. Я понял, что судьба нам непокорна. Нам не дано понять свободы вкус. Остановиться здесь нам не позорно. И пусть победу празднует Урус. Свободу я потомкам завещаю. Их не постигнет участь этих стен. А я свой путь сегодня завершаю. Но и принято решение сдаться в плен. Не выносите спешных приговоров, мои наивы, в этот трудный час. Теперь смирившись с горестной судьбою, мои мюриды, я покину вас. И в стан врага направился Шамиль, исполненный тоски главой поникнув. И Байсангур вдруг в бешенстве вскочил. Наиби мама в ярости окликнул: Шамиль, остановись хоть на мгновение. Ты в плен сдаешься проклятым врагам. Остановись, ты не найдешь спасения. Я не могу понять тебя, имам. Мы четверть века за свободу бились и умирали, не склонив колен. Мы, смерть презрев, врагу не покорились и от тебя не вытерпим измен. Скажи, зачем, имам, ты вел нас за собой в пучину смерти, чтоб здесь ты нас покинул не затем. Мы покидали жизни круговерти, в боях сражались до последних сил, и твердо шли мы по пути Аллаха. Святые горы гордо отстоим, любой ценой и хоть ценою праха. Чечня в огне, страда небе полна, уж больно много пролито здесь крови. Наш первый долг неверных покарать. Мы отомстим врагу за слезы вдови. И вот настал жестокий смертный час, неравный и последний примем бой. Имам, ты здесь решил покинуть нас. Остановись, ты будешь проклят мной. Остановись, одумайся, помнись. Врагу сдаешься на исходе лет. Шамиль, взгляни назад, ты не уйдешь. В руке моей взведенный пистолет. Имам не посмотрел в глаза наиба. На зов не оглянулся он в ответ. Он знал, чеченцы не стреляют в спину.
таков был чести воинобед. Шамиль ушел и сдался в плен наид. В порыве гнева яростью ослеплен. В зловещей тишине стоит Гуниб, и в три кольца он намертво оцеплен. И путь один, свобода или смерть, к сражению Байсангур орать готова. Наиби мама гордых сыновей призвал на газоват по сердцу зова. За мной мюриды и воины джихада. Наш грозный дух покажем мы врагу. В раю нас ждет великая награда. Пробьем кольцо и вырвемся в Чечню. Вперед, чеченцы, примем этот бой. Крепки клинки из атагинской стали. В бою заплатим жизнью дорогой. Здесь братья за свободу погибали и ринулись чеченцы на прорыв. Гуниб оцеплен, мощная преграда. Была цена свободы дорога. И бились насмерть воины джихада. Блеск острых сабель, пушечный раскат. И кровь, и порох вместе все смешалось. Чеченцы знали, нет пути назад. Кромешным адом битва показалась. И бой затих, горел закат вдали. И солнце диск сходил по небосводу. В Чечню лишь 30 воинов ушли. В жестокой схватке отстояв свободу. И бой затих, горел закат вдали. И солнце диск сходил по небосводу. В Чечню лишь 30 воинов ушли. В жестокой схватке отстояв свободу.